есть песенки, которые были сложены вот тогда, в те времена. Не Лиссабон, не Синтра, не Порту, но тоже очень симпатичный город. И я, конечно, представлены все эпохи. И вот знаменитая керамика португальская украшает эти стены. Да, и здесь есть, в том, недалеко от того места, где мы будем, две достопримечательности. Это лестница Салазара, которую он построил, и библиотека Хуада, короля Хуада, библиотека, которая действительно поражает воображение. На эту тему моментально. Правильно, и в хорошем смысле слова. Продумали бизнес-люди, и теперь туда вход стоит определенные деньги. Мы не знаем, сколько сейчас. В этом городе жил и учился высокий Холм. Сейчас еще время не позднее, хотя бы полчаса. Я имею в виду, полчаса опоздали, что вот такие небольшие ресторанчики будут такое фадо, веселенькие, песенки, шуточки. А мы слышали, там эти ребята, которые выступали, все они прошли этот кусочек. Там была одна песенка, по-моему, такая студенческая. Коимбра — единственный город Португалии, где ездит настоящий троллейбус. Вот эти проложены. Это все то, что вы видите, это, конечно, здания различных факультетов университета и статуи, которые стоят